перед тем, как мы начнем наше видео, тем, кто хочет, чтобы Сейрон и Ферит не расстались, не забудьте поставить лайк под нашим видео, чтобы мы могли узнать нашу аудиторию. Прежде всего, как мы уже говорили, в последнем эпизоде Ферит лично рассказал Пелин, что узнал о проблеме с Саджиди. Я неоднократно говорил в наших видео, что Ферит будет ненавидеть Пелин, когда узнает об этом. Таким образом, последняя проблема, которая бы удерживала Пелин в сериале, исчезла. Итак, после проблемы с ребенком Ферита и узнавания о инциденте с Саджиди, Пелин больше не имеет цели в сериале. Фактически, Пелин выбрала именно одну из двух возможностей, которые я упомянул в последнем эпизоде. Пелин могла либо продолжать преследовать Ферита и погибнуть, либо она соглашается с Сертером, и они покидают сериал вместе. Пелин также приняла Сертера. Но здесь может быть большой поворот. Таким образом, Сертер мог принять Пелин, чтобы сыграть свою последнюю игру. Я думаю, Сертер сказал Пелин, мы сделаем последний ход и уйдем так. В прошлом эпизоде Пелин сказала Сертеру, если ты будешь выполнять свои обещания, я соглашусь уйти с тобой. Я думаю, одним из обещаний Сертера Пелин была месть. Другими словами, прежде чем покинуть сериал с Сертером, Пелин отомстит и уйдет из сериала таким образом. В этой части я думаю, что Сертер причинит большой вред Фериту и покинет сериал. Фактически, Сертер может не нанести личного вреда Фериту, но может причинить вред Сейрон в этом отношении. Я думаю, Сертер покинет сериал после того, как отомстит, но Пелин также погибнет, когда эта месть будет осуществляться. Таким образом, месть Сертера случайно станет концом для Пелин. Таким образом, я думаю, что персонаж Пелин умрет и покинет сериал. В противном случае, было бы очень нелогично, чтобы Пелин так просто покинула сериал. Потому что если это произойдет, Пелин может вернуться в сериал снова. Поэтому я думаю, что Пелин должна умереть, чтобы она не возвращалась в сериал. Что касается Сейрана и Ферита, хотя Сейрон готова расстаться с Феритом, развод не произойдет полностью. Ферит узнает от Эдже, что Сейрон сделала это ради Архана. И в последнюю минуту помешает Акину и Сейрон пожениться. Ферит найдет способ выпустить своего отца из тюрьмы. Таким образом, он докажет Сейрон, что им не нужно разводиться. В то же время Ферит встретится с Акеш-Агой. И произнесет слово, которое еще больше раздувает эту проблему. Так как брак Акина и Сейрон будет аннулирован. Акеш-Ага теперь открыто будет расправляться с семьей Карханов. Пелин медленно прощается со сериалом. Невра теперь захочет получить Ферита, выставив свою грязную сторону. С другой стороны, я думаю, что в следующих эпизодах нас ждет неожиданная встреча между Сейрон и Феритом. Таким образом, постепенно приближаясь к финалу сезона, мы услышим новости о беременности от Сейрон. В то же время, к концу сезона мы станем свидетелями потрясающих событий, связанных с Абедином. Я подробно расскажу об этом в нашем следующем видео. А что вы думаете, может быть, Пелин погибнет? Пожалуйста, не забудьте поделиться своими мыслями по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под нашим видео. Увидимся в следующих видео.